почему-то на японском? Не, я, конечно, понимаю, да, но нет, не понимаю. Типа, блядь, что-то как-то неожиданно. Такой-то у нас интересный, да, я такой. А по... Блин. Это не очень круто, потому что японцы, они довольно извращенные люди. И особенно, если они делают какие-то хорроры, это вдвойне, вдвойне страшнее, понимаете? То есть, я помнится, когда-то играл... Как называлась эта игра? Помните про мальчика японского, блядь? Джуон, вроде, что-то такое. Там еще была баба волосатая. Тоже японская. И довольно жуткая была, а здесь... Фильмы у них тоже постоянно помешаны на тентакле, на волосах. Вечно у них ходит какая-то волосатая женщина, которая тебя душит этими волосиками. Да не White House, ну White House тоже, конечно, но там не так жестко. Ладно, побежали. Идите, он бегает. У него или очень короткие ноги, или... Или он, как знаете, это... Том и Джерри был, была сцена, где этот Том подкрадывался. Он так... Потихонечку так, быстренько, на носочках. Вот он тоже так... Эй, сука. Чего? А куда идти? Уебать. Чего? Кто-нибудь переведите, пожалуйста. Тут если нажимаешь на пробел, он оборачивается. Для чего? Тут можно оборачиваться на 180 градусов. Меня это пугает. Нам, видимо, придется от кого-то убегать. Ладно. Туда нельзя? Зачем они тогда сделали этот тоннель, если туда нельзя? Ну, попробуем сюда тогда. Воу-воу-воу-воу-воу. Это... Он такой маленький. Или я такой большой. Там написано, что нужно Наруто спасти кого? Каноху? Какой Наруто, блядь? Какой Каноха? Да без проблем, только скажите, куда бежать, я спасу любого. О, зажигалка. А, я понял, скорее всего он жаловался, что ему, короче, было темно. Поправь. Да подождите вы с этими поправлениями. Не понял. Отключи зажигалку, дурак. Ладно. Не хочет, ему страшно. Бать, он на 180 градусов в голову поворачивает. Это, да это же нереально. Реально какой-то Саски нахуй. У, сука. Так, окей, зажигалка означает, что в игре будет очень... Довольно-таки темно. Блин, впервые в своей жизни я хочу стать Хокаге. Потому что Хокаге вроде непобедим. Эти волосатые бабы самое ужасное, что можно было придумать, Библе Тумп. Не надо донатить, потому что я боюсь. Подушка-обнимашка, спасибо большое. Я смотрю назад, смотрю вперед, смотрю назад, смотрю вперед. Сейчас, ну, сейчас что-то будет, да? Да, я понял. На правую кнопку мыши врубать и включать фонарик. Ну и чё? Как бы я все понимаю. Для чего этот там... У, сука, иди сюда, нахуй. Что ты мне сделаешь, блядь, а? Ай, нахуй, Я обратно, господи, я думал, меня телепортировало куда-то. Типа, ну, знаете, как это бывает. Не помню, в какой игре так было. Ты идешь, идешь вперед, тоннель длинный, потом раз, у тебя за спиной там стена появляется, ты, ну, раз, или ты в другом помещении. А тут просто то же самое.
Я вперед тогда. Блять. Таким бегом можно напугать любого, как мне кажется. Окей, а и что? Я должен, видимо, что-то сделать, да? Так тут закрыто! Видимо, надо все-таки было и правда обратно идти. Рассинхрон? Да, вообще без проблем, сейчас исправим. Готово. Я не знаю, он туда не идет. Окей. Ну начал, ох ты, сука, это Варис Эдрэм, по-любому. Я уже выучил, запомнил каждого. А нет, и правда. Правда изменилась. Ну конечно, Варис Эдрэм, а? Да ты че, серьезно? Ага, спасибо тебе, да. Куплю себе на эти 322 рубля туалетную бумагу. Причем реально в Азбуке Вкуса такая существует за такие деньги. Итальянская, мягкая. Что это? Мне это напоминает, знаете, игры на Денди. Я помню, когда у меня было Денди, там тоже были вот эти вот игры. На японском языке я тогда не понимал, а там были игры с сюжетом. И после каждого уровня были вот эти текста, надо было читать, вникать в сюжет. А я просто, я ничего не понимал, вот как сейчас. Я не понимаю. Может быть и хорошо, что я не понимаю. Там, наверное, было какое-то описание, да? Ой, я попал в темное место, раньше здесь орудовал маньяк. Маньяк, людоеды. Вот он. И он был такой... Такой лысый. Все время что-то кричал себе под нос, бормотал. И так его никто и не нашел. И люди, которые пытались его поймать, они пропадали, они исчезали. У, сука. О, а я ключ нашел. О, тут можно поджигать свечки. Подарок? Его нельзя открыть. В японских играх... По-моему, там кто-то ходит. Да. Там определенно кто-то был. Да хватит, блядь! А Никим, ты-то чё? Бусу. Ну ты-то куда, а? Ну ты-то куда, а? Короче, я вам говорю, там определенно кто-то сидит. Вот за этой темной дверью. По тому, как играет музыка, я должен, видимо, определять место расположения монстра. Окей. Вот это я понимаю, игра. Довольно все просто. Ходишь по коридорам, себе ключи собираешь. И думать не надо. А то вот предыдущая была, помните, да? Там, о, блядь, компьютер взламывай, Wi-Fi взламывай. Там набирай, тут копируй, там успевай. Нафига это нужно? Мы в хоррор пришли играть, чтобы пугаться. А не извилинами шевелить. Заходим подумать, пойдем в тренды Ютуба. А здесь я желаю просто сидеть и играть в игру. Тем более это уж хоррор. Тоже, блядь, головоломка, блядь. Почему вот именно в хоррорах постоянно заставляют думать? Я вот этого не понимаю. Я и так довольно напряжённо игр... Давай, блядь! Я и так спать хочу! Еще один ключ! А это что такое? Бутявк. У, сука! Да чтоб ты, логи... А, смотрите! Блин, это мне напоминает монструм, ребята! Там также можно предметы... в руке менять... Мы взяли какие-то шашки, видимо, да? Типа, если на меня кто-то будет прыгать, я его могу спугнуть теперь, да? Ну что ж, хорошо. Хорошо. Попробуем. Как-то...
Хибунт. Мистер Сквирл, спасибо тебе большое за 8 месяцев переподписки. Ты маску потерял! Ебать, это что было? О! Это был павук? А это что? Что мне с этим делать, блин? О, у меня ключи сохранились. И вообще, в принципе, все предметы. А по идее, тут нужно найти какие-то ракушки. Или камушки, вон, 0 из 5. Нет, это мерзкая игра, конечно. А ну рядом. Да не да! Чалчать. Я смотрю, вы меня ненавидите, да? Пони Первер. Все, сосад. Оно ушло. Наверное. Фу, блин, хорошо. Вы считаете это смешно, да? Обернись, сука. А хрен тебе. А Никим, опять? Тебе что, мало? Где тут ключ-то лежит? Сука. Походу и правда надо будет оборачиваться. Свет погас. А это кто? Там еще кто-то бегает. Оно не одно, там их несколько. Совершенно топчет. Фу, они вроде двери не умеют открывать, но там еще кто-то. Санта-Клаус, блядь, с колокольчиком и какой-то, я не знаю. Ну, судя по звуку, павук. Он так топает, у него много лап. Павучара ебаный, да? Японский какой-то, блядь. По-любому волосат или еще что-то. Хотя, наверное, вот первый раз, когда нас убили, это был павук. Вы помните, да? Маска у него, маска, блядь. Это Глад Валакас. Опа, я отпер дверь. Я отпер. Нормально, ребят. Эй, гайс, у меня все найс. Мы отперли дверь, мы продвинулись. Я уже думал, застряну сейчас. И мы нашли пельмень. Мы нашли первый пельмень. Слушай, все неплохо. Возможно, ну, я смогу пройти игру. О, нет. Я еще отпер. Ебать, уже вторую дверь отпер. Че, пельмень будет? Это какие-то японские вареники, короче, мы тут ищем, да? По-любому что-то здесь должно быть. Блин, ну я не знаю, мы как бы... Вот это да! Чё за... А, серьезно что ли? Да не страшно уже. Но спасибо за донат, мне приятно. Мне уже даже приятно, серьезно. Типа вы думаете меня пугать, а мне приятно.
А мне приятно. А меньше, мне приятно. Чем три. Да, тиран. О, тиран, здорово. Спасибо тебе. Давненько мы тебя тут не видели. Как дела? Все нормально, да? Вот, сука, опять ключ. Блин, он сам бегает так же страшно, как эти пауки. Мама. Тебе нужно собрать эти пять фигней, чтобы на другой уровень перейти. Другой зеркало, уровень. Если использовать, то тебе перенесет в рандомную часть помещения. Ключи открывают закрытые двери. Петарды вроде бы привлекают одну из трех милых тян. Это японская версия милых? Монструма. Как то так тельпела. Каких еще милых тян? Типа они меня не будут убивать или что? Блин, ну да ёп. Ах ты сука! Ладно, это на меня еще действует. Вот на ты за 1000 рублей я пугаюсь. Фу, ёп. Донат страшнее, чем сама игра. Это ненормально? Да, мало. А мало? Что? А не шо? Напугало. Спасибо тебе, Аниким. Спасибо. Спасибо за 1000. Блять, вот вам бы лишь поиздеваться над человеком, над пожилым человеком, блять. Вот она, молодежь-то пошла какая. А мы потом удивляемся, когда видим в интернете какой-нибудь видос, где два школьника и пенсионеры избивают. И эти видео попадают в интернет, их начинают за это, ну, ненавидеть, обвинять. Но почему-то вот это вот никуда не попадет. Это вот никто не увидит, никому не покажут, ни в новостях, нигде. Что вот, смотрите, в прямом эфире. Дети издеваются над пенсионером, блядь! Лови меньше, чем... Блэк Брайт, я вас запомнил, сука. Шутники. Хоть спички не заканчиваются, уже хорошо. Блин, длинный коридор. Но, блин, ну... Спасибо за подписку. Я попозже скажу, кто именно подписался. Отлично, блин, тупик. Просто великолепно. А если я вот сейчас пойду туда, и меня там зажмут, и что? Я как бы, что я буду делать-то? А как? Я... Да ну хватит, блядь! Ой, ты ж, сука, тиран! Ну вы, козявки! Из дома выгнали. Сижу, смотрю. Так стрим, тебе и надо, блядь. Такая библиотека. Чё? Я плачу, когда вы донатами меня пугаете. Ух, ебать. Куда я телепортировался? Что происходит? А если я буду сидеть в шкафу с зажженной... сердце. Они видят зажигалку. Охренеть. Корвалол, блять, выпил. Почему тут повсюду под... Блин, это реально Санта-Клаус, что ли, а? Тут повсюду подарки. И он со своим колокольчиком. Кто тут пла... Давайте сходим. Ну чё, ребят, пойдем посмотрим, да? Обиженный этот, ансаб. Да подписку не подарили? Он сидит, короче, и... Нахуй. Эти обиженные ансабы какие-то немножечко, блядь. Будь мать. Так, все, я вижу Санта-Клауса. Я полез. Я лучше в шкафчике посижу.
Да ну нахер. О! Как мне выбраться отсюда? Я в тупике. Я не знаю, что мне делать теперь. Ну. Давайте ползком. Да как... Спасибо тебе за очередные 10 тысяч. Правда? Спасибо. Зажигай свечи. Будешь ага. Определять одну из стен, которая дзынькает. В игре есть шкаф, и там прятаться можно. Если тебя ага. поймают и сделают кусь, пельмешка. Минус пельмешка, блядь. А ты в игры идти не хотел. Ну, лучше бы я не пошел, блядь, зрители ушли. Вот обидно, минус 1000 человек. Вот они, эти люди, которые уходят со стрима, когда я... ну, начинаете играть в игру. То есть, они считают, что, блядь, реакции интереснее, чем вот это? Может быть, стоит хотя бы попробовать посмотреть, потом уже уходить. Да, он ебаный. Сори за мат. Спасибо, Pornhub, спасибо тебе еще раз. За 10 тысяч. Мне очень приятно, особенно в данной ситуации, когда меня все пытаются, блин, напугать. И люди уходят, дизмораль. Я спать хочу, блин. Сижу ради своей аудитории, блядь. Нервы себе. Дед, делись с таблетками или обнимашками. Страшно, библетуп. Да ну да. Так обнимайте меня, обнимите. Я-то играю, я не могу, у меня руки заняты. Так. Возьмите меня сейчас за руку, да? Вместе идем. Эта девочка, она не просто так плачет. По-любому с... Не по-любому что-то можно сделать. Что-то в этой комнате должно быть. Это все не просто так. Да не надо! Я сейчас обижусь. Пойду спать. Сука. Тут должен быть ключ или пельмень. Ух, блядь, главное, чтобы не ее пельмень, конечно. А вот и девочка. Там есть что-то. Можешь ее напугать бомбочкой? Мама. И вот что с ней делать? Она плачет. Я не умею девочек успокаивать. Типа я в этом не шарю. Что нужно говорить девочка, когда блядь, она плачет? Блядь, слишком большое слово. Груви, привет, опёп. Тем более она задница ко мне повернулась, как бы, да? Не, в реальной жизни я бы нашел выход. Или вход. Но это игра, это тем более это японская. Бля, у меня сейчас минус вареник нахуй будет, по-любому. Смотри, там что-то есть. У нее вареник светится у нее, вон вареник. Его бы забрать, да? Но ее надо спугнуть, да? Ух, съебало нахуй. Не понял. Начал бежать. Обнимаю. Пошел ты. Девочка перестала плакать. Она теперь мне шепчет что-то. А нет, она опять ноет. Да что ж ты, блядь, все бабы одинаковые. Чего тебе надо? Красиво мажешь по клаве, розево один лирик винг. Сюда павук бежал, когда услышал петарды. Ой, простите. Сука, это донат, ёб твою мать. Я думал в игре. Ну ты говно. О, сука.
Ой, привет, бля, я думал, Криш. На меня кот напал. Спасибо за 100 битцов. Вы еще, блядь, донатами удумали меня пугать видео донатами. Я сейчас свой костыль возьму, вам по спине настучу нахуй. Сука. Ух. Сейчас, сейчас спасибо, перестану говорить. А, чё? Блять. Давай. Чё? Шо? Шо? Шо, бля? Кого? Накорми тебя? Ага, накормить её. Не, накорми меня. Чем? Ну, чем я тебя накормлю-то? Ну. А? Ай-ём-ём-ём-ём-ём. Блять. Пять месяцев прайма сидит. Ну нахуй, я не знаю, чем ты питаешься, сашими какие-нибудь, суши, да? Из тунца. А. Сырая рыба. Не, я, у меня ничего сырого нет. Ну, разве что молочко. У меня есть вареник, но ты не будешь. Блять, ну нахуй. Спасибо за подписки. Ладно, пойдем. Вот так бегать, что становится непонятным. Как будто вот ощущение такое, что кто-то еще рядом. Тоже это делает. Видите? Пять подарки, блин. Моя напряженная игра. Ох, какая напряженная игра. Тут везде темно, и поэтому ты постоянно думаешь, что сейчас что-то произойдет. Блин, я не знаю, в Японии реально такие дома, что вот ты ходишь, а там везде двери вот эти вот картонные. Как они живут? Представьте быть... Твою мать. Блядь, закрой. Представьте, каково быть стримером в Японии. Когда ты сидишь у себя дома в картонном и стримишь вечером, и все это слышат. Все абсолютно. Она уйдет. Не переживайте, она нас не тронет. Я уже как бы в игры могу играть нормально. Я разобрался, я специалист. Так что оно нас не тронет. Теперь потихонечку просто берем, встаем, открываем вот эту дверь и уходим. Павук. В жопу тех, кто ушел. Они пидоры. Сейчас будет минус подушка. От страха. Чё? Точка предсмертной обнимашки. Точка, однако, оно того стоило. Фу. Игра, походу, усложняется. Чем дольше ты в нее играешь, тем больше экшена. По-моему, дверь выбили, если я не понимаю. Если я, как я понимаю, я не понимаю, но я понимаю. Нет, не вовремя, я в шкафу сижу. Тут меня ничего не достанет, даже донат ваши. Этот Санта-Клаус Саны под песню подпевает своим колоклом. Бау! Кого? А, вареники, ну да. Спасибо за 1000 рублей, Никим. Все. Не, дверь на месте. Сука! Да почему тут все пусто? Нахуй! Нахуй ты, блядь! Я сказал тебе, блядь! Нахуй, сука! Ты, блядь, заебал меня! Иди нахуй! Кто? Я? А может быть ты? Не-не-не. Ну, не получилось в этот раз напугать. Ну, бывает. Нихера! А вот этот, блин, только... Опа! Что нашел, ребят? Ключ! Привет, я свою чатику. Обал... Не, ну так еще страшнее, то смотрите, прям атмосферненько, зато я вижу, что вдалеке находится. О, привет, привет, спасибо тебе за донат.
Не, нормально. О, еще один ключ. Слушайте, это вам не монструм. Тут в этих ящиках есть вещи. Постоянно что-то можно найти. Ключи там и все прочее. Вот это он бегает, конечно. Я теперь понял, почему он так топает. Он Саник. Это Саник, ребят. Саник. Это ура. Же японский персонаж. Минус 400 R ради дохуя большого сломода лирик тен да лирик лирик гасем бингмет бингри фарсинаев. Да ебало завали! А, сори, это просто утро наступает, я так понимаю, да? Какой это Саник? 100%. Опять что ли мы к ней пришли? Да блин, мы кругами ходим. Не понял. А, так она тут? Ну нахер. Бля. Сука. Вареник спиздила. Она реально голодная. То есть вот в чем смысл игры. Они бегают, вареник у тебя воруют. Бля, ну и где мне другие вареники теперь найти? Да вы издеваетесь что ли? Слишком тяжело. Типа ни хрена себе. Типа вы что, серьезно? И мне так постоянно... Тут вареники встречаются раз в 30 минут. Не кажется ли вам, что это слишком жестко? Нет, тут вообще вареников нет. Кидай хлопушку. А, блин. Бля, ну поздно уже. Говорил, что не визжишь. Ну, когда играю в хоррор, я не могу не визжать. Реально страшно, когда с тобой бежит непонятно что. Ну нахер, блин, такое говно. Еще чуть-чуть поиграю, сваливаю. Все равно люди уходят. Я не понимаю, почему люди, блядь, съебывают со стрима. Типа, настолько привыкли реакции смотреть или что? Вроде интересный хоррор, вроде все нормально. Чего не нравится, вообще не шарю. Блин, ну его нафиг. Я аж вспотел, серьезно. Я давно так не напрягался, играя в хорроры. Неблагодарные твари. Ну, когда долго... Дверь не открывается. Мне пиздец. Сука. Да ну нахер. О, что это за зеркало? Как же он орит, господи, на это тебе Снейласкар. Ну, держи Снейласкар, да-да. Это тебе Снейласкар, 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 ну не стесняйся. Ну чё ты Снейласкар, 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 ну на Снейласкар, Снейласкар, Снейласкар. Кого? Снейласкар, 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 Снейл. Ты закончила? О, еще один. О, ключ. Так, у меня... Не понял. А, это была батарея. Блять, зачем я взял? Надо было потом оставить. Ну, кто же знал? Я думал, будет два вот этих фонаря. И... О. Фу, и что? Что это? Типа, это какое-то золото? Я могу откупиться, если вдруг меня кто-то будет догонять? Я думал, пельмень. Да. Сложная игра. Ну и чё, а тут у нас что? Вот этих комнат просто, блин. Хотя бы карта была. Нет, карты нет. Тут нет карты, понимаете? То есть без нее довольно тяжело. В Монструм хотя бы была понятна сама суть.
то, где я находился, корабль, а здесь просто лабиринты бесконечные. Вот морда, блядь. О, вот эта морда меня ловит постоянно. Отлично. О, еще один. И зачем я его опять взял? Ну ладно. Это бомбочки. Да я знаю, что это бомбочки, они не помогают. Так. Я ключ? Нет. У меня 3 ключа, кстати. Я могу дверь открывать. Ладно, я оставлю. Не думаю, что я запомню, где она лежит. Давайте я ее открою. Все, пусть она тут лежит. Если что, я вернусь. Вот, вот объясните, вот что это? Тут слишком много вещей. Зачем? Опять? Да ладно! У меня ощущение, что игра бесконечная. Столько вещей и... И оно идет сюда. Нет, оно не идет сюда. Я взял, чтобы проверить. И да, оказывается, что когда у тебя батарейка израсходована на совсем чуть-чуть, то когда ты берешь этот фонарик, он это как бы восполняет. Но это нет смысла. Когда у тебя совсем немного остается, тогда да. Ушла. Не понял, блин. Так, у нас проблема, потому что если она пойдет сюда, я не смогу нигде спрятаться, потому что вроде в той комнате не было шкафчика. Мне... Нет. Да ну нет. Она сюда идет? Путю. Привет, подруга. Пек-пук в лицо тебе. В общем, тут есть люди из Владимира, которые могут 21 апреля с 10 часов утра до 12 часов дня потусить, пока я жду самый лучший поезд в Москве. А то скучно 2 часа сидеть. Все, пока, подруга. Цо. Ну ты уйдешь, а? Долго своими бубенцами будешь греметь. Ой, бля. Она рядом. Она. Ой, еще паук пришел. Она застряла? По-моему, зависла. Все, уходит. Я просто побегу отсюда. Невозможно уже. Вот, надо было сразу так. Блядь. Ну, мне кажется, по-другому никак. Надо не стоять на месте, постоянно двигаться. Во, повезло. Так, тут я еще не был. Это хорошо. Нас опять привело к этой девочке. Нас мотает кругами, я уже тут был. О, еще один столик. Ну давай, открывайте. Да открой ты. Блин, у меня вот этих бомб, что я тут могу устроить просто серию. При этом я их не использую. Так. Блять, опять. Ну вообще опять бомба, да?
Ну конечно! Шестая уже! Ага, павук. А, ну пошел ты в жопу, блядь. Я теперь ничего не боюсь. Идите в сраку. Я понял, что в этой игре бояться нечего. А, уже седьмая, надо. Ключ. О, еще! Да сколько тут дверей? О, зеркальце. Можно будет, если что, избежать столкновения с пауком. Там что-то светится. Там что-то есть. Или кто-то. А, я понял. Я понял. Ну, и оно сюда идет. Оно дверь открыло? А теперь идем сюда. Ну вот и все. О, ключ. Знаете, эта игра на самом деле довольно легкая, если научиться в нее играть правильно. Одна проблема. А, пельмень, блядь! Ну наконец-то! А так бы было 2 из 5. Вот что мне не нравится, то, что приходится просто ждать. Сидишь, и ты понимаешь, что ничего не случится, но ты обязан ждать. Потому что если ты пойдешь, тебя поймают. О. Ну вот и все. Ну. Ну что я могу сделать? Ну вон она, овца, идет сюда. Стоит на месте. По-моему, пошла обратно. Ну почти. Вещи не спавнится. Блин, серьезно что ли? Потихоньку. У, сука. Блядь, да сколько тут комната, а? Она бесконечная, что ли? Как так можно? По-любому должен быть вареник. Да ладно, блядь. Да что это за... Ой, давайте попробуем использовать. Ой. Ой, зря. Ой, зря. Ой, зря. Что это? А, алмаз. Я понял, для чего алмазы. Чтобы указывать места, где я уже был. Понятно. Помечать, короче говоря. Чтобы не заблудиться.